Охранный комплекс «Волк», совместимый с системой «Феникс», представляет собой комплекс, способный эффективно решать широкий круг задач по обеспечению контроля и безопасности объектов. Охранный комплекс «Волк» предназначен для мониторинга и охраны промышленных объектов, газа- и нефтехранилищ, аэропортов, воинских частей, трубопроводов различного назначения. Максимальная длина чувствительного элемента – 40 км. Количество одновременно подключаемых к логическому модулю чувствительных элементов определяется уровнями поставленной задачи. В случае обнаружения активности система немедленно информирует об этом пользователя. Максимальное время задержки составляет от 5 до 10 секунд. Система способна обнаруживать следующие типы воздействия: пересечение человеком охраняемого рубежа или земляные работы, дистанция до 2 метров. Движение легкой колесной техники – 5 метров. Движение большегрузной техники – 10 метров. Работа с землеройной техники – 20 метров. Движение гусеничной техники – 50 метров. Определение направления пересечения охраняемого участка в случае организации нескольких рубежей контроля. Определение местоположения объектов на контролируемой территории при использовании специализированных схем укладки чувствительных элементов. Монтаж комплекса состоит из нескольких этапов. Прокладка чувствительного элемента. Установка и монтаж серверной стойки. Геопривязка чувствительного элемента и организация рабочего места оператора. Охранный комплекс способен использовать в качестве чувствительного элемента проложенный ранее оптический кабель. Работоспособность комплекса не зависит от времени года и погодных условий. Чувствительный элемент не требует установки дополнительной системы питания. Комплекс обладает устойчивостью к электромагнитному воздействию, способен вести мониторинг широкого профиля. Архитектура комплекса допускает совместную эксплуатацию с использованием других охранных систем. Оператором комплекса может быть любой человек с устройством, подключенным к сети интернет. Кроме того, в охранную систему «Волк» интегрирован комплекс воздушного реагирования «Феникс». Система воздушного реагирования «Феникс» представляет собой автономную систему, состоящую из группы летательных аппаратов и наземной станции управления. Время развертывания системы воздушного реагирования – менее 10 минут. При эксплуатации аппарат находится в режиме дежурства. Взлет и полет к месту нарушения периметра происходит автоматически. Дальность полета аппарата – 15 км. Скорость – до 90 км в час. Температура эксплуатации – от 0 до плюс 40 градусов. Продолжительность полета – до 55 минут. При совместном применении с охранным комплексом «Волк» аппарат осуществляет оперативное реагирование и передачу видеоизображения на наземную станцию управления. Передача видео осуществляется с установленных видеокамер в курсовой и кормовой частях аппарата, а также гиростабилизированного подвеса с возможностью 50-кратного увеличения изображения. Дистанция приема видеосигнала – до 5 км. В условиях сниженной видимости и при ночном применении возможна установка инфракрасной или тепловизионной камеры. Возможность установки отцепа, способного транспортировать и сбрасывать груз массой до 2 кг. Станция наземного управления осуществляет контроль характеристик летательного аппарата, определяет полетное задание, управляет отцепом или подвесом с возможностью фото- и видеофиксации на съемный носитель. Транслирует видео с одной из трех камер в режиме реального времени. Позволяет в процессе выполнения полетного задания изменить скорость полета, скорректировать высоту, задать направление движения или сообщить аппарату новое полетное задание. В режиме автоматического дежурства выполняет вылет аппарата на место нарушения периметра, облет цели, висение над точкой пересечения периметра, возвращение в домашнюю точку, посадку или взлет по новым координатам.
Совместное применение системы воздушного наблюдения «Феникс» и охранного комплекса «Волк» обеспечивает оперативное реагирование и контроль периметра охраняемого объекта.